Мам. На, бабушке подаришь, подожди. Happy birthday to you. Happy birthday to... Ой, Зиночка, Веночка, Зиночка. поздравляем тебя всей душой. От детей, от Спасибо, мой внуков, от родной. всем. Ребенок тебе уже подарил подарок, а это вот от нас красивый цветочек. Счастья тебе, Спасибо. здоровья, долгих лет жизни и С днем всего рождения, мамуля. хорошего в жизни. Спасибо. Спасибо. Держи. Спасибо. 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 Ну, дай-ка тебе самый дорогой подарок сделал. Какой красивый цветок. Ну, Да. называется анториум. Анториум. Но Молодой цветочек. мы решили лучше такой цветочек подарить. Это долгая будет тебе память. Спасибо. О дне рождения. Ну вот. Очень красивый цветок. Теперь тот покажи подарочек другой. Сейчас Так, покажу. это ставь. Нам любопытненько, что там Данюша подарил. Сейчас посмотрим. Спасибо, сына, давай. Ой, как красиво. Это серьги. Ну вот. Серьги. Красивые. Ой, какие красивые. Сейчас одену. Давай, мечтала, примеряй. Сейчас я примеряю. Цветочек. Сейчас, Данечка. Красивый цветок, сыночка. Ну, ему стол нужен, а не цветок. А я думала, ему цветочек понравился. Ага. Нужен Не ему там-то цветочек. было. Давай, лапочка, садись. Садись, садись, иди. Иди. Протереть надо лепесточки эти вот. А там их постоянно Завернули надо нам, как протирать. вчера. Упаковали. Что-то я его не это. Лови. Или вот видите? Ну вот, нравится? Да. Спасибо. Ага. Это Очень красивые. Спасибо большое, мои хорошие. Спасибо. Поздравляйте мамочку в комментариях. Спасибо большое. Счастья, здоровья, долгих лет. И всего самого наилучшего. А, ты хочешь... С утреца уже сходила, купила мясо на шашлык. Вот такой кусок взяла. Мяско. Свеженькое. И купила фарш. Фарш по 280 рублей за килограмм. А мясо по 270 рублей за килограмм. Это шея. Сейчас замариную шашлычок. Сейчас замутим шашлычок. Анечка придет в гости. Вот. Сейчас я все это дело приготовлю. Какое мясо хорошее. Вообще, какие кусочки, смотрите, шикарные. Шикарное мяско. Сейчас на шашлык. На шашлык. Вот так. Сейчас порежу. Что-то на шашлык. Мы на решетке пожарим. На решетке. Сейчас порежу. Кусочки. Или не сильно крупные, не сильно мелкие. Приготовлю. А это, девочки, помидоры купила. Абхазские. Какие они вкусные. Как, знаете, как с грядки. Очень вкусные помидоры. Мясистые, сочные. Просто обалденнейшие. Сейчас я сперва его порежу, потом уже помою. Что я не помыла вначале. Ладно. Приготовлю, потом помою. Настроение прекрасное. Спасибо всем, друзья, за поздравления. Очень приятно. Сегодня получила столько поздравлений. Уже ВКонтакте мне много написали, поздравили. Спасибо большое за ваше внимание. Очень приятно. Очень приятно. Всех вас люблю. Всех вас люблю. Сынок утром позвонил. Ни свет, ни заря маму поздравил. Невестка поздравила. Спасибо детям.
что помнят. Сейчас согреную. Постоит пару часов. Что-то я вчера не додумалась сходить мясо купить. Это мы вот покупали недавно мясо. Я думала, просто мясо приготовлю в духовке. Что-то семья захотела шашлык. То мясо все замерзшее. Думаю, ладно, пойду куплю. В общем, девочке сказала, нет, не помню. Мясо с фаршем у меня вышло на 1200, ровно на 1200. Я сейчас сделаю. Заправку сейчас сделаю. Шикарную. Майонез, соевый соус. Перец я уже посыпала. Так, сейчас. Сейчас я еще травы добавлю. Вообще будет вкуснятина. Сейчас пусть стоит. Вкуснятина. Вот так. Все. Теперь пусть маринуется. Обалдеть. Как вкусно. Все. Красота, ляпота. Красота, ляпота. Сейчас еще добавлю итальянские травы. Вот теперь пусть маринуется. Ой, вкусняшка, как пахнет вкусно. Друзья, я сейчас получила доставочку. Это от моих подписчиц. Здесь открыточка есть. Сейчас я подцеплю. Мне вчера девочки спросили мой адрес. И сделали мне такой подарок шикарной розы. Дорогая Леночка, Леночка, с днем рождения. Желаем счастья. Поздравляем от поздравления подписчиц Елена и Наталья. Спасибо, девочки, вам большое. Спасибо вам огромное. До того приятно. Шикарные розы. Вот такие розочки. Очень красивые. Спасибо, девчонки. Очень вас всех люблю. Я сегодня просто счастлива. Цветы такие шикарные. Спасибо большое. Пойду гляну, как там у нас дела с шашлыком обстоят. Как? Неплохо. Привет всем. Неплохо, да? Вот шашлычок. Вкусненький будет. Не знаю, он уже готовый. А ну-ка, дотой так в стороне. Переверни. Ну, пусть там немножко с той стороны, да, поджарится. Сейчас пойду блюдо приготовлю. Завтра уже будем посадками заниматься. Сегодня пока что не до этого. Да, еще и земля сырая. Дождь был просто ужасный, был дождь, очень сильный. Прям так лупанул. Но землю хорошо промочил. Мои хорошие, Анечка с подарками, как всегда. Она меня просто удивляет с каждым разом. И цветы подарила мне. И вот такую этажерочку двухъярусную подарила. К этой этажерочке привезла фрукты. Ну, короче, я просто балдею с тебя, Анит. Апельсины. И здесь что? Это мерси тебе. Большое, глубокое. Спасибо, Леночка, моя дорогая. За то, что ты такая душевная. Ой. За то, что ты внимательная, мерси. Отзывчивая. Ой, спасибо. Дай поцелую. Анти, мои сладкие. Дай поцелую. А у меня там такой этот самый. А это надо бардак. Показывать? Да где? Давай показывай, что ты там взяла. Сантанелли. Ой, ё-моё, ну ставь. Там. Сантанелли. А это на что? На одной ноге не ходят, надо два. Аня, как всегда, в своем репертуаре. Как всегда. Две сантанелли и две разные. Ну, вообще, молодец. А у нас, видишь... Царь водка? Царь. Володя говорит, для тебя, царь. Для царицы, от царя. Как? Да, царь. Очень приятно, царь. Царь. Очень приятно. Пока мне был звонок с поздравлениями. Анютка здесь уже вот такую красоту сделала. Анют, ну ты у меня вообще супер девчонка. Ловкость рук.
Молодец какая. Молодец, а мы уже с ней, девочки, по 100 грамм тяпнули. Мы уже с ней тяпнули. Ну, царя, про царя можно, да. Да, царя, царя. Вот, Володя же купил царя, говорит. Ладно, ладно, все нормально. Ну, как вот так, будет нормально? Съемка. Нормально. Я, девочки, видите, толстовки сегодня. Штанах толстовки. А холодно. Сегодня вообще было с утра. Это моя толстовка. А что она такая большая? А вот, вот стала такая большая. Я ж смотрю, что она такая большая. Я почему-то заострила внимание, что она такая большая. Ну вот такая, видишь, толстовка. И можно она растиралась. Нет, я еще ни разу ее даже не стирала. Я все ее, сколько? Второй раз ее одеваю. Одела, сняла. Одела, сняла. Она еще мне чистенькая. Записывай. Да, записывай. Ух ты! Иди сюда. Я что-то хотела другое сказать. Сегодня мама красивая. А, ну да, да. Моя такая, девчонка заводная. Ная. А я такая, девчонка заводная. Ная. Мы вовсю уже отдыхаем, девочки. А стол еще даже не собран. Ведь никак. Ну сейчас, сейчас накроем на стол. Осталось немножко, осталось чуть-чуть. Там Володя шашлык доделывает. И так, все. Даже. Ну, вот такой вот. Получился сюжет. А все. Из подарка. Девочки. Да, это... Обалдеть, смотрите. Я обалдеть просто. Подарок. От всей души. Шикарный подарок. Шикарный подарок. Вообще вкусняшка. Ну, молодец. Молодец. Сейчас все. Давай это убираем. Это... Давай, да. Это нам с тобой на закуску? Да. А, ну давай. Ну, а как? Кристина, иди хоть бабушку на камеру поздравь. Давай. Давай, поздравь бабушку. Ой, на камеру. Поздравляйте с днем рождения. Ну, а что ты жила у меня? У нее жила. Слышишь? У нее жила, чтоб у долго. Да. Это вы же со мной? Да. Да. Со мной будешь жить? Ребенок в старости буду такая, ходить такая. От чего это вдруг? Ну, мне будет лет уже на 90. Ты ж молодая. Буду ходить такая. А Кристинка будет, бабушка, ты со мной живешь. Бабушка, ты со мной живешь. Кристина, сколько тебе будет, когда бабушке 90? Ого. Ну, сейчас ей 13. Ну. Мне сегодня 56. Мне сегодня, кстати, 56. Молодая. Шикарный возраст. На 90 еще далеко. Боже мой, через 40 лет она в рассвете будет эмоций. Ой, не говори. Ну что, девочки, тяпнем за мой день рождения? Понемножку, да? Мы по много не пьем. Ну, литров по 10. Я ведь не лошадь, мне ведра хватает. Девочки, принимаю сегодня поздравления. Анечка, спасибо, моя хорошая, за все. Девочки, с днем рождения меня! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Елена! С днем рождения тебя! Ну что такое? Ну, с днем рождения, девочка! Спасибо, родная! Мне сегодня прислали на ВКонтакте прислали мне песню «С днем рождения, Елена» в ноутбуке. Я потом вам, девочки, вам поставлю. Послушайте, как мне было. Я же всплакнула. Песня про меня. Вообще шикарная песня. Спасибо, мои хорошие. Кто меня поздравил ВКонтакте, кто меня поздравил в Фейсбуке, кто мне написал на почту лично. Девчонки, я вас всех очень люблю. Спасибо за поздравления. Вы мои самые лучшие онлайн-подружки. А ты на его подружке. Мы с тобой встретились. Ленча Кожанова. Кума, большой тебе привет. Люблю тебя. Приезжай в гости. Будем ждать. У нас сегодня праздник. Мои хорошие, у нас сегодня праздник, говорит муж. Ну, кто-то родился, а кто не пойму. Мам, смотри. Да, вот такая у нас красота. То ли жена, то ли хозяйка. То ли кто, да. То ли кто. Ага. Показываю вам наш стол.
Всем, кто кушает, приятного аппетита. И мы также садимся за праздничный стол. С каждым днем, с каждым утром новым, утверждая в жизни свой черед, человек обязан быть здоровым. Остальное все к нему придет. Все придет. Отливы и приливы. У судьбы раскидистая сеть. Человек обязан быть счастливым. А не то душа начнет черстветь. И чтоб в жизни быть непобедимым, и чтобы не тлеть, как уголек в золе, человек обязан быть счастливым. Любимым! Одному не сладко на земле. Спасибо, моя хорошая. С днем рождения, Леночка. Давай поцелую. С днем рождения. Спасибо, моя родная. С днем рождения. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Стихи просто супер. Девочки, с днем рождения меня. Доченька, ты куда дошла? И сиди, заваривайся. Супер. Молодец. Выучила? Поговорим, да? Да. Выучила? Учила, учила. Ну, выучить мало, еще надо так рассказать красиво. Да. Молодец. Она вообще у нас молодец. Угу. Вообще молодец. А кто сомневался? Да, девчоночки. Вот знаете, такая у нас Анечка. Дело в том, что вот расскажу. Нет, благодарю. Расскажу на камеру. Как так получается, что Елена меня знает меньше. Вот я приезжаю так, частично так, а я-то ее смотрела, когда она еще была в Белогорске. Понимаете, я-то ее знаю еще давным-давно, давным про нее, давным-давно-давно все знаю. Ну, видишь. Вот понимаете как, вот судьба свела переехать им из Белогорска сюда, в Хомскую, где я живу. Невероятный случай. Вообще. Невероятная история. Когда ты Таня написала, Таня так и так, я вас уже давно смотрю, ты же ей первой написала? Да, да. На WhatsApp, да? Да. Угу. В одноклассниках. Или в одноклассниках? В одноклассниках, да. Она мне так сказала, же не поверила в рука. Ну, вот так вот. Потом раз, Анечка пригласила виноград у нее взять. Да, да. Приехала, познакомились, и вот до сих пор мы общаемся. Может, с октября? Или с сентября месяца? Нет, не сентября. С октября, скорее всего, да. С октября месяца. Да. Вот. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Уже 8 месяцев. 8 месяцев общаемся. Вот так, девочки, в жизни бывает. И я хочу сказать то, что вот когда я прихожу в этот дом, меня всегда очень с открытым сердцем принимают, всем сердцем. Люди добрые. Спасибо, любите друг друга. Красотка, правда она? Мне все пишут, какая она красивая женщина, какая красивая девочка. Вообще. Угу. Да ладно, ты что ты там? Еще будем с тобой сейчас песни петь. Мы будем. Давай. Да. Зачинай. Нет, сейчас подожди. Сейчас давай покушаем, сейчас отключу пока камеру. А что не так? Нет, просто пока отключу. Пойдем. Ромашки спрятались, поникли лютики. Вода холодная в реке бежит. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь.
решительно, пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил. Ему сказала я: всего хорошего, а он прощения не попросил. Ему сказала я: всего хорошего, а он прощения не попросил. Ромашки спрятались, поникли лютики. Вода холодная в реке бежит. Зачем вы, девочки, красивых любите? Молодец! Одни страдания от той любви. Даня подпевает: зачем вы, девочки, красивых любите? Одни страдания от той любви. Что ты за бабу повторяешь? Иди ко мне, иди ко мне, поздороваешься, иди поздороваешься. Не хочешь? Извиняюсь. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата сама, виновата во всем, еще хочешь себя оправдать. Так зачем же, зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Горло болит. Тональность меняем. Меняем тональность. Ой, ты мама моя, ой, дорогая моя, отпусти ты меня погулять. Вот так вот. Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят. Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят. Классно. Ну что, девочки, сейчас я отключаюсь. Будем делать прямой эфир?